в которой прям надо хлопать. Мы сейчас порепетируем. Я сейчас покажу, как надо. Там главное, что первая сложность, что нужно хлопать, когда надо, а вторая сложность, что нужно не хлопать, когда не надо. Вот, мы сейчас попробуем. Хлоп, хлоп, хлоп. Вот так должно быть. Ну, идеально с первого раза просто. Вот, а когда я буду петь куплет, там не надо будет хлопать. Но я на всякий случай буду показывать, когда надо. Кто с рождения безгрешен, обесточен, обезвешен, не вкушал в саду черешен, не катался на трясине. Он удачен и утешен, не взволнован и бесстрежен, он не летен и не вешен, не осенен и не зимен. С ним обращается и все прощается, с ним окончается и все прощается, с ним обращается. Всему идет собачок. Ну а кто-то, кто без паши, припевает эту чашу, всеми красками украшен, не лишенный грязных пятен. Черепашим, и не вашим, и не нашим, он красив, а может страшен, то хорош, то неприятен. Земля вращается, и все вращается, с ним окончается, и все вращается. Земля вращается, и все вращается, с ним уйдет собачок. Среди этих колоколен всякий волен и неволен, даже чем-то обездолен, все же может быть доволен. Так уж этот мир устроен, чтобы каждый рос с тобой. Земля вращается и все вращается, земля кончается и все вращается.
что эта песня светлая. Можно ей, в принципе, и закончить. Спасибо. Спасибо вам, что пришли. Спасибо за аплодисменты, за вопросы, за внимание. Увидимся еще. Подписывайтесь, как говорится, на мои страницы. Ставьте лайки всякие. Во-первых, у зрителей вопрос с галерки. Есть ли флешка с песнями? Флешки нет. Диски есть? И нет, не флешки. Ну что же. Диски, у нас были диски, только на все первый альбом мы записывали на диски, но они закончились. Во-вторых, может, ты даже и не заметил, но мы с Кожикиным уже успели договориться о презентации «Тарантологии в Обнинске». 19, нет, 18. Нет, нет, мы пока еще не знаем, когда это будет. А, я уже знаю. Он мне вчера сказал. 17 ноября у нас летает. А, нет, 19. Ну, нет, ну, может, и другой день. Короче, было бы наше желание, и к нам приедет презентация, и книжка, и все такое, как бы. Вот, так что... И я прошу, третье, давайте мы сфотографируемся. Давайте. Так, Жень, можно нас сфотографировать?